Всем привет! Это снова «Говорящие руки». Я не часто снимаю обзоры на инструмент. У производителя мне его на обзоры не присылают. Был один-единственный случай со СИЛом, но и то было давно. А так, весь инструмент в мастерской покупается за собственные деньги. Но, по сути, мастерская укомплектована. Новое я покупаю не очень часто. Поэтому снимать обзоры из серии «Чё купил?» Ну, такого добра на Ютубе хватает. Но когда попадается что-нибудь интересное, об этом можно снять. Итак, о чем я буду говорить? Купил себе очередную шлифмашину марки Dexter. Почему именно Dexter? Почему Китай? Ну, во-первых, сейчас практически все Китай. А во-вторых, честно говоря, повелся на цену. $22. 570 гривен. Сейчас она, правда, немножко подорожала. Сейчас она стоит около 650, но тоже разница несущественная. И второе, производитель дает 3-летнюю гарантию. Я не знаю, как они ее будут выполнять, хотя, может быть, этот инструмент и прослужит 3 года. Особенно у меня, когда это не единственная шлифмашина в мастерской. Сама марка Dexter, это марка Leroy Merlin. Я кое-что покупал из ручного инструмента. Скажем, есть у них вот такие вот очень даже неплохие прищепки. Ну, стоят в пределах 75 гривен, но довольно-таки хорошее качество. Грамотно сделаны. Отклонюсь от темы. Вот, например, у меня Вальрафт. Прекрасные прищепки, но у них есть существенный недостаток. Они выворачиваются. И это очень сильно бесит. У Декстера этой проблемы нет. Также недавно купил вот такой вот специфический ключ. Это сантех-ключ для сифона. У других производителей ничего подобного я не встречал. Ну ладно, опять я отклонился. Первое, что бросается в глаза, это наличие двух кожухов. Кожухи подобного типа я встречал на самоделках, встречал как дополнительное оборудование. Но в серийной шлифмашине я такое вижу впервые, особенно учитывая практически смешную цену. Этот полностью закрытый кожух предназначен для резки. Зачистные круги в моей практике не рвались никогда, а шлифмашинами я работаю уже 23 года. А вот отрезные круги иногда рвутся. Лучше работать с такой защитой, чем с открытой. Не знаю, стоит ли записывать в преимущество чемодан. Я чемоданами не пользуюсь, но кому-то это может быть очень даже удобно. Теперь идем дальше. Шнур, как у дешевого инструмента, твердый ПВХ, на морозе дубеет, но зато имеет длину 3 метра. Это тоже приятно. Шлифмашина имеет сетевой индикатор. Вот здесь вот синий светодиод, хотя лучше бы он был красным, его было бы виднее. Не знаю, нужно или не нужно, но есть уже хорошо. Идем дальше. 3 отверстия под дополнительную рукоятку. Обычно третье отверстие делается на средних и на тяжелых шлифмашинах. На маленькой 125-й шлифмашине я встречаю ее впервые, но раз есть, то это уже хорошо, может быть пригодится. Это не родная рукоятка, это Makita, родная осталась на работе, причем она очень своеобразная. Она имеет отверстие для хранения ключа, но ключ там не держится, выпадает. Да и ключом я не пользуюсь. Обычно на своих шлифмашинах, на той же Makita, я переворачивал редуктор относительно двигателя на 90 градусов, для того, чтобы пусковая кнопка у меня была не сбоку, а сверху. У меня так удобнее работать. Здесь тоже можно перевернуть. Насколько я вижу, расстояние между винтами одинаковое. Но здесь очень специфическая пусковая кнопка, точнее клавиша. Ее удобно включать и таким способом, и таким, и таким. Она широкая. То есть удобно работать в перчатках. Она имеет вот такой защитный флажок. То есть случайно ее не нажмешь. Но в то же время ее можно нажать хоть одним пальцем, хоть ладонью. Все это удобно, ну, по крайней мере, для меня. Хотя это у меня первая шлифмашина вот с таким типом включения. Также на корпусе есть противоскользящее покрытие. Это не резина. Часто ошибочно говорят, корпуса обрезинены. Это не резина, это термопластичный эластомер. Кстати, из-за того, что он термопластичный, он боится горячего. То есть, если искры на него будут попадать, он поплавится. Опять же, быстро регулируемый фиксатор защиты. Нужен он или не нужен, сложно сказать. Но есть, уже хорошо. Снять кожух можно только в одном положении, потому что вот этих выступов здесь два. Обычно делается один. Значит, конструктора чем-то думали. Кроме того, есть пылезащитная шайба, которая вращается вместе со шпинделем. Такая шайба встречается на шлифмашинах класса Makita, а на дешевых я ее не встречал раньше. Здесь же конструктора позаботились о защите от пыли. Еще один очень существенный момент. Ширина лысок такова, что сюда влезает ключ. Поэтому даже если произойдет клин круга, можно поставить ключ, не надеяться на штатный фиксатор, и вторым ключом открутить. Скажем, у Makita такого нет. Значит, эта модель имеет мощность 800 Вт и круг диаметром 125 мм. Также в линейке есть модель на 115 круг мощностью 750 Вт. Но я, честно говоря, такие шлифмашины не жалую. У меня одна единственная аккумуляторная имеет 115 круг. И то я туда стараюсь поставить круг на 120, ну, немножко сточенный. Потому что на 115 режет он уже плохо. 115-я шлифмашина немного дешевле. Шлифмашина довольно ухватистая. Она имеет тон и корпус. Это довольно удобно. Ну, думаю, основное сказал. Если будут у кого-то вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание.